Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Asus Zenfone 8. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить полный сброс к заводским настройкам. Предупреждаю, при полном сбросе удалятся все данные, фотографии, приложения, которые вы устанавливали. Стандартные останутся, но все, что вы устанавливали, сотрется. И также все настройки, которые вы изменяли, тоже сотрутся. Итак, вначале нужно перейти в приложение «Настройки». Затем спускаемся в самый-самый низ и выбираем предпоследний пункт – «Система». Затем выбираем «Сброс настроек» и выбираем «Удалить все данные», «Сброс к заводским настройкам», «Удалить все данные» и в последний раз нажимаем «Стереть все». Осталось только подождать, пока телефон перезагрузится. Это займет некоторое время, около 5 минут, может меньше. Осталось только подождать. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Телефон полностью сброшен и восстановлен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания!